Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие подписчики. Сегодня я хотел бы сделать видео, как можно топить воск. У нас тут такая самодельная кастрюля. Вот. Здесь ножки свои. Так открывается. Воску топ самодельную сделали. Это диск сверху, чтобы поставить. Это идет щетка, стульчик, все покажу для чего. И вот снизу такой тазик, снизу вот небольшие ножки. Вот. А чтобы здесь снизу вода была, когда сюда мешок поставим, чтобы мешок не сгорел. Высокой температуры. Вот, на нем будет мешок, это тоже все покажу. Сейчас вот закроем его. И вот здесь у нас кран. Сюда кран подсоединяем. Вот так подсоединяем газ. Все. И вот снизу имеется. Вот снизу выход газа. Поджигаем. И все. Сейчас вот эту кастрюлю. Воску топку надо под уровень поставить, установить ровно. И я сейчас установлю, покажу вам дальше, как мы туда ставим мешок с воском и наливаем воду. Вот, установил под уровень. Вот сюда камушки поставил под ножки. Вот, все, посмотрим. Вот так тоже под уровнем находится. И вот так. Вот у нас воск в мешке тряпочном. Мешок должен быть тряпочный. Это обязательно. Обычно, если от муки от этого будет, от сахара, то температура высокая будет, плавиться может. Тряпочный мешок. Вот воск. В мешке находится. Вот это все. Полный такой. Раздавленный. Сейчас я его привяжу. Одной рукой привязывать и снимать не получается. Привяжу и дальше покажу. Вот привязал проволокой. Веревкой этой тоже не стал рисковать, потому что если там в воде испортится, то плохо. Здесь проволока, она точно не испортится. Хоть какая температура, хоть влаги. Сколько влаги там не будет. Его открываем. Она изнутри все почищенная, чистая, все помытая. Берем мешок, закидываем. Вот так. Так, закинули мешок. Мешок закинули, сверху вставили. Вот. Поставили. Чтобы он не поднялся, когда воду нальем, мешок может чуть-чуть приподняться, чтобы этот установку он не поднял, сеточно. И поставлю сверху тоже тяжесть. Сейчас опускаем сюда шланг, наливаем холодную воду. Вот, я включил сейчас воду. Вот холодная, чистая вода идет.
Постепенно наберем воду. Не полную делаем. Оставляем где-то на этом уровне. Останавливаемся. Потом уже включаем. Этот процесс тоже сниму, покажу. Вот набрали воду. Здесь примерно где-то вот такую высоту места оставили. Где-то 5 сантиметров круговой. И выше, чем этот диск. Потому что воск здесь будет набираться. Такой толщиной воск будет набираться. Потом, чтобы этот диск не застрял в воске. Чтобы можно было бы вот этот воск вытащить аккуратно. Вот. Выше, чем этот диск, делаем воду. Это мы сделали. Сейчас закроем. Вот вода ровно стоит у нас. Все, это закрытое. Снизу. Вот. Газ горит. Потом чуть-чуть еще увеличу. Чтобы здесь не сквозило. С этой стороны тоже закрою его. Вот так. Шлангу отберем. И с этой стороны тоже. С этой стороны вот. Закроем. Чтобы здесь тоже не сквозило. Закрыл, закрыл. Посмотрю, если будет еще сквозить, эту сторону тоже закрою. Но с этой стороны открыто оставлю. Чтобы воздух попадал. Вот такая веселая воскотопка у нас. Так-то долго пользуемся. Никаких проблем. Все аккуратно. Чисто можно воск топить. Вода нагревается, вот пузырьки выходят. И вот сверху набирается в виде пены воск. Когда остынет, она будет твердая и желтая. Пока она белая, пузырчатая. Вот наш процесс. До этого дошло. Здесь чуть-чуть много воды я налил. Надо было чуть ниже наливать. Ничего, в следующий раз учтем. Вот. Собирается наш воск. Вот он у нас, можно сказать, что уже готовый полностью, кипит. Сейчас, если его выключить, нужно его выключить и оставить, чтобы он охладился. Когда он охладится, уже воск будет готовый. Вот он у нас уже готовый, мы его выключили. Видите, сверху воск стоит. Как раз к утру он охладится. И снимем его. Уже готовый. Нужно его вытащить сейчас, посмотреть. Вытащу, тоже покажу. Видите? Желтый, твердый, готовый. Вытащили воск. Видите, какой гладкий, желтый. Вот такой слой получился у нас. Снизу вот такой отход. Собрался, его надо отскребать, почистить аккуратно. И все. И на продажу. Доплатой меняешь на овощину. Вот этот воск меняешь на овощину. Спасибо за просмотр. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.